бородой рыжий. Да не это. 43-й это... Час ночи, взрывы такие были, 4 штуки. Мы попросыпались, и потом тишина. Пришла смс, когда предупредили, что не выходить на улицу, не шастать такое. Вышел покурить. Выйдите просто на улицу. Это же люблю на Вовку жаловаться. Так метра 4-5 от окна лежит такая длинная цилиндр, длинный цилиндр, вот, целый. Вот. А чуть дальше несколько штук, они разорванные, и какие-то штырьки красные торчат. Вот. Мы позвонили, все это сказали, нас выслушали, говорят, уже сейчас приедут оперативники. Приехали ребята, и все вот это вот их, как говорится, обеззараживает. Вы просто там не ходите. Вот женщина тут тоже. Вообще нет, как это? Думали, как ее снять, пока она сама... А это не та! Это лежит! Боеприпасы в пластиковых контейнерах, довжиною до там, 35 см и трикутної формы. С другой стороны на краю есть круглый металевый алюминиевый пятак. В жодному випадку такі знахідки не чіпати. Дані боєприпаси мають термін ліквідації до 40 годин. Хоча б хтось, щоб освободився, щоб коментарі записати. Поэтому... Та ні,